5 августа новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. Для тех, кто неравнодушен к судьбе своей малой родины. Как зарегистрироваться в качестве кандидата на предстоящие выборы. Да, были люди в наше время. Мы поинтересовались у печерцев, которые помнят, когда деревья были большими, а раньше было лучше. Что будет на месте снесенных ветхих домов? Особенности ремонта дорог в условиях Крайнего Севера. Снесут ли пельмешку уже до вокзала? На вопросы печерцев ответил глава муниципалитета. За ВДВ. Наш фотоотчет. Готовимся к столетию республики. Из архива еженедельника «Волна». Нашли на страничках еженедельника фирменный синий штампик. Поздравляем, вы везунчик. Приходите, обменяем газету на 500 рублей. А победителем конкурса на детской страничке стала Марина Волынкина. Малышка получила сладкий подарок. А наш дополнительный приз, увы, не достался никому. Как всегда в номере «Кроссворд сканворд гороскоп» конкурс эрудитов на знание истории нашего города. И, конечно, объявление. Вы можете купить то, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник – газета постоянных конкурсов.